Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, также Юрка и Димка. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Битва копов против воров». Здорово, здорово! Итак, ребята, сегодня мы прибыли в Сэнди Шорс, и сегодня здесь мы отметили три стоянки, то есть раз, два и три. И на этих стоянках у нас сегодня стоят по три тачки. Моя задача — угнать две тачки в сумме, то есть сегодня я буду в роли воришки, а Димка с Юркой в роли копов. Задача Димки с Юркой — не дать мне угнать две тачки, ну или же найти место, куда я эти машины привожу. В принципе, ребята, все очень просто, поэтому полетели готовиться. Итак, друзья, сегодня я буду использовать запрещенную тактику, которую я уже один раз использовал. Я не выключу радар и буду видеть, где находятся Дима и Юра, что они делают, где они катаются, как они пытаются меня найти и так далее. Я думаю, что получится очень весело и интересно, постараюсь как-нибудь Димку и Юрку потроллить. Ну и ребята, в принципе, мы готовы, поэтому полетели в конференцию уже к ребятам. Так, друзья, все готово, поэтому мы начали, погнали, парни, рассказывайте, какие у вас там планы, тактики, стратегии. Я прям все рассказать, да? Да, ну, все, знаете, вот все. Я покажу потом за решеткой. Сидит за решеткой в темнице сырой. Так, значит, нужно как-то вас вычислить. Что вы делаете? Да кто бы говорил? Нужно вас вычислить, что вы делаете, кто вы есть сегодня. Кто ты по жизни? Кто ты по жизни, да. Кто из вас Димка, кто из вас Юрка, да, сегодня все нужно, ребята, вычислить. Хорошо, хорошо. Очко спит. Короче, там ребята прям вообще веселятся. Прям вообще пацаны веселятся, видимо, да, от души веселятся, пацаны. Мы с тобой повеселимся, ты приходи на огонек еще. Да? Ну, заходи. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ну, надо бы как-то работать, на самом деле, пока все по плану. Да. Где работай? Прям все по плану пока получается, поэтому меня пока все устраивает. Меня все устраивает. Вот, как у вас? Ага. Пока нормально. Юрка. Ау. Клинского не хочешь? Хочу. А есть? Кто пойдет за Клинским? Так, ну короче, пацаны. Ну хотя я могу ошибаться, но может. Да? А чем ты там можешь ошибаться? Что там может? Я потом расскажу, если мы тебя заметим. А если не заметите, то не расскажешь? Грязно катаешься. Грязно катаюсь? Очень грязно. Сейчас бы по булке на очко. Да. Еще тут шлифануть потом Клинским. Окей. Он меня сбил! Вставай! Куда ехать? Хорошо. На гостинице. Вижу. Гостиница. Ой. Застрял. Кто тебе сказал? Такая глупость. Ой, стреляет, молодой. Да, ёптыч! Так. Где он? Вижу. Катается среди... Ладно, все, поймали, хорошо, поймали. Это было жестко. Ладно, копы меня поймали, хорошо. Разлетаемся, план номер два, погнали. Так, ну ладно, план А типа не сработал у меня, поэтому план Б, погнали. Погнали, сейчас по плану Б все будем делать красиво, грамотно, четенько, наверное, постараюсь в таком случае. Так, а что у нас по стоянкам? Надо... Я вызвал подкрепление. Ты вызвал подкрепление? Ну все уже, да. Уже все? Так, ладно, значит, пацаны, сейчас будем работать, ну стараться хотя бы, потому что пока у меня что-то не совсем все по плану как бы идет. Вот. А вы пока расскажите, как у вас дела. Замечательно. У вас все нормально, да? Да. У вас все замечательно, все хорошо? Да. А что у вас хорошо? Да все вроде. Да? Так, ну ладно, сейчас тогда будем пытаться что-то сделать. Братан, у меня тут кошка Супермен!
Кошка Супермен. Чего? Или это просто кошка? Чего? У меня кошка только что по небу бежала. Чего? 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 Это где, 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 где? Чего? Че, нет? Где, что ли? Нет. Короче, очко потревожила кошка. Братан, это, конечно, печально. Это печально очень, на самом деле. Вот реально, прям очень печально. Это не ты? Нет, не я был. Что-то странно. Какой тачка вообще, Юрка? Цвет. Цвет неожиданности. Ладно, пока там ребята отвлеклись на какую-то кошку, я тут тихонечко работаю. Короче, пацаны, как у вас там, скажите вообще? Все хорошо у вас, да? Так, что-то очко зудит. А, окей. Сильно нарывает прям уже. Братан, нарывает прям, извините. Сел в Ауди, едет, где мед варят. Чего? У меня баги постоянно. Чего? Чего, серьезно? Чего? Нихера. Пацаны, молодцы, пацаны, молодцы, пацаны. Так, прошла у нас уже почти... Ой-ой-ой, прострелили колеса. А чё я такой быстрый? Реально овощ какой-то. Не, мне колеса прострелили, пацаны. Все, ладно, поймали, короче, все. Копы меня взяли. Я сначала думал, ты кот, понял? Кот бежал, короче, подпрыгнул, пролетел, как Супермен. На самом деле, вот эта хрень, этот кот меня сильно, короче, вас внимание привлек к этой стоянке, поэтому я и профушил там в итоге. Я поэтому остановился, я реально думал, ты кот. Короче, я улетаю, план номер С, погнали. Пока такое себе, не совсем все по плану как бы у меня идет, потому что должно было быть все куда проще, но не получается, потому что то кот меня, блин, подставу мне сделал, то, блин, еще что-то непонятное подставу мне делает. Когда все продумал, но не заплатил коту. Да, вот реально. Все продумано, но кот не заплатил, точнее, коту не заплатил. Ой, пацаны. Что ты куришь, блин? Я тут, короче... сейчас буду пытаться делать грязь. Вот. Прям грязь? Да. У вас как так, дела вообще, пацаны? Очко спит, очко спокойно. Очко спокойно. Очко спит. У тебя очко спокойно? Ну, сегодня молока с селёдочкой не намечает. Клинского нету в магазине. Закончилось. Я бы сходил. В другой. Да, хорошо. Но не за Клинским. Да. Хорошо. Юрка, я булку просрал. Так сходи, брата, купи её что-то. Так это он на тачке есть, что ли? Стоп! Он за гору куда-то заехал. Так. Вижу. Где-то здесь. Вот он, вижу. Что ты там видишь? На аэропорт едет. Так, что ты видишь? Да почему я такие овощи? Я ещё не понимаю, Валио. У меня машина не лучше, лучше бы я на том баге сидел. Не стреляй! Эй, это я дурак! Не делай глупости! Тест пройти! Сейчас будем, пацаны, проходить, да, ты знаешь? Куда едет? Я вообще отстал. Едет в сторону, где мед варят, с горочки прыгнул туда, в гору, короче. А чё? Мы варим мед. Мы варим мед. Да почему такие овощи? Почему такие овощи? Они не едут ни хрена, ну алё! Да как это на все, колеса прострелили? Не, ну сегодня купа жесть, это просто жесть. Я, короче, такой еду, смотрю, тачка переехала на дорогу, такая резко развернулась. Я думал, это Димон, короче. Короче, а вот он тут говорит, тачку угнали, я такой думаю, что? На самом деле, очень жестко, потому что... Ой, очень жестко, потому что местность как бы маленькая, и вы прям катаетесь около этих стоянок. Ладно, пацаны, разлетаемся, и план, не знаю, уже номер Д попробуем, я уж фиг его знаю, что делать. Так, ладно, пацаны, начинаем. Я уже не знаю, что мне делать, на самом деле, потому что, ну просто, копы сегодня жестят, и просто шансов не оставляют, и... я пытаюсь работать, но очень тяжело, прям очень тяжело. Время осталось буквально у меня 3 минуты, и, ну, как бы, что делать? Я реально не знаю, что, как делать, чтобы, ну, прям получилось все скрытно, потому что я реально, вот, ну, вот как, вот скажите, я не знаю. То есть, вот как сделать так, чтобы меня не спалили, это очень тяжело. Здесь так... Я думаю, что, как бы, это почти невозможно. Не знаю, вроде нормально все пока. Да, ну, короче... Че с Клинским? Пусто? Клинский пусто? Угу.
Где у вас Кринский находится? Скажите мне, просто не знаю. Да ну я вот, это какой-то рофл, пацаны. Я вот не знаю. Ну то есть тяжело, очень тяжело работать. Прям, ну очень тяжело работать сегодня. Поэтому... Чё по очку? Не знаю, нормально вроде. Нормально все? Нормально все, пацаны? У вас все в порядке, скажите мне по-честному. Юра. Ау. Ты нафига на реквизите катаешься? В смысле? Я поэтому и немного испугался. На. А! Это боск, видишь? Ты видишь, это дичь? Да это нереально, алло. Это нереально, просто я... Так, а в смысле, у меня машина, это что ли? У тебя Сильвия, вроде. Я ж поэтому... Вообще на машину? Там Юрка гонял на машине, которую я мог угнать. Это вообще что? А я даже внимания не обратил, я просто поклался в ближайшую тачку. Да, попадос, пацаны. Я быстрый? Я врезался. Ну, короче... Не, ребят, это габелла, потому что время уже закончилось, как бы я машину могу довезти, если я, конечно, смогу ее угнать. Я но... не успеваю. О, если... да, это говнецо еще не поворачивает, не тормозит. Где он? А вот это он? Да он на магистрали. Да не, пацаны, это бот. Да не, это нереально просто. Офигеть, вот это баги прет, смотрите, просто жесть. Прижимаемся к обочине, Хорошо, размотал. Не, ну это нереально, реально. Это просто нереально, потому что, ну, то есть стоянки находятся очень близко, и Куба просто находится постоянно около этих стоянок. Я просто в шоке был сейчас. Мы сегодня патрулировали, то есть ничего особенного, чисто катались, патрулировали. Да, ну короче, не, это... Ой, тихо, я не знаю, что мне делать. Я, кстати, не догоняю. Я понял, я не, меня копы, короче, поймали. Ну, я считаю, что поймали, потому что я ничего не. Я не могу уехать от них, поэтому ладно. Ну, ребят, сегодня я угнал 4 тачки, но все 4 тачки копы просто поймали, потому что они находились около этих стоянок. И я хоть и пытался как-то сделать все беспалено, но это просто нереально получалось. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия. Если вам понравилось, то ставьте лайкусики, и всем удачки, и всем пока. Пока, друзья.